В 5 районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра. Идею озвучили на совещании в региональном правительстве под руководством губернатора. О сроках реализации проекта знает наш корреспондент. В понедельник в 4 часа дня я стала мамой. Какой размер имеет счастье, Елена точно знает. Рост 54 сантиметра, а вес 3400. Причем дважды в жизни женщине посчастливилось стать мамой. Старшей дочери 7 лет, младшей только 4 дня. Но обе появились на свет в одном месте – в Тверском областном перинатальном центре имени Бакуниной. Первый раз дочку 7 лет назад я родила чудесно. То есть я этот момент вспоминаю как действительно чудо. И второй раз – это чудо. То есть ни в коем случае не это страх какой-то, это ужас, об этом нам нельзя вспоминать. Это действительно чудо, но это исключительно профессионализм персонала, который говорят, что надо делать, как надо делать, чтобы это было здорово. Старшая дочь уже интересуется, когда мама приедет домой вместе с сестренкой. Вопросы, конечно, по-детски наивные и милые. Я вот фото им отправила, говорит, мам, но я-то ее не узнаю. Интересно, она меня узнает? Ежегодно в стенах Тверского областного перинатального центра имени Бакуниной появляются на свет сотни малышей. Это медицинское учреждение можно назвать флагманским для Верхневолжья. Сегодня это единственный центр родовспоможения третьего уровня. То есть в нем оказывается специализированная высокотехнологичная медпомощь не только беременным женщинам, но и гинекологически больным, новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела. Проводится высокоточная диагностика, и это далеко не все. Губернатор Игорь Удени не раз говорил, что сегодня задача номер один – это демография. Улучшение демографической ситуации для нас является абсолютным приоритетом в нашей деятельности. От реализации этой задачи напрямую зависит развитие и экономики, и социальной сферы нашего региона, и будущее каждой отдельной территории, включая муниципалитеты Тверской области, ну и, конечно же, будущее всей нашей страны. Для повышения качества медицинских услуг для будущих мам и новорожденных планируется открытие в Тверской области филиалов областного перинатального центра имени Бакуниной. Данный филиал, эта модель, она может быть трех вариантов. Первая – это амбулаторная, это с курсом медико-генетического обследования инвазивной диагностики. Вторая – это акушерская и амбулаторная. И третья – это уже полный комплекс услуг, который оказывается в перинатальном центре. Поэтому на первом этапе это будет формирована амбулаторная модель перинатального центра, который будет формироваться в межрайонных центрах. То есть в филиальной системе перинатального центра будут оказываться все медицинские услуги, начиная с амбулаторных, генетических, которые оказываются у нас специалистами перинатального центра. И мы с вами повысим как комфортность и доступность, так и качество медицинской помощи непосредственно по месту жительства наших пациенток. Планируется до 2024 года открыть такие филиалы в Оржеве, Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, Бежецке, Кимрах. Также рассматривается возможность создания специализированного медицинского учреждения в Конаково.